не обращайте внимания, что выхожу. А, ну да, всем здравствуйте, с вами Бир. И это поэтому приветствую. Ну как? Хэштег. Может, не придумать имя? Ой, типа говорит, не всем здравствуйте и всем до свидания, а говорит, всем хэштег, с вами был пельмень. Нет, я не знаю, в общем-то. Это не важно. Потому что сегодня я бы хотел поговорить о моем, скажем, канале. Кстати, так, главное, чтобы сейчас камера не упала. Вот. Вот он, хотя вы его, наверное, сейчас не увидите. Ну, вот он. Вот он. Ай, сори. Это было не запланировано. Ну вот это лицо меня просто убивает, да. Окей. Короче, 2 подписана, это уже классно, ведь я начал всего лишь месяц назад, да, вот. Месяц назад и 2 подписчика. Ну ладно. Я бы хотела поговорить, видите, в разных местах снимаю. На кухне, вот, на кухне я снимаю. Как всегда, за компьютером, вообще за компьютером, на улице, дома, видосики тут разные, классненькие, да. Но мне нужно постоянно, ну, постоянного мне можно даже сказать и не будет. Почему? Потому что я хочу либо вот так вот снимать, камера будет тут находиться, а я буду тут стоять, за место кресла. Да, и буду вам что-то объяснять на фоне какого-нибудь геймплея, включу какой-нибудь видосик и или просто костер включу какой-нибудь, да, и вы будете смотреть, а я буду тут стоять такой, всем хэштег, с вами Бир, нет, всем здравствуйте, с вами Бир, в общем-то, если не, короче, ладно, ага, вот, я пробрал, потек застрел. Да. Я еще проболел, у меня сопли, то что вы не обессудьте. Короче, буду стоять вот так вот, с часиками, в кепочке. Да, вы спросите, зачем это все? Для образа. Ну, я типа говорю, ой, ребят, все хэштег. Нет, все хэштег, и я купил кое-что. Или еще что-нибудь. Да. Это просто будет видео, просто видео, и все. Потому что мне скучно. И я начал снимать видео, сейчас выйдет рубрика новая, да. Сейчас я посмотрю плейлисты. У нас есть 2 даже не начатовых. Не обращайте внимания, постараюсь вас рассмешить, вот и все. Так, проверка лайфхаков. И лайфхаки. Эти рубрики я удаляю. Так, сохранить. Тут видео. Ладно, заходим пока что. И удаляем. Удаление плейлиста. Удалить. Обработка. И теперь еще один проверка лайфхаков. Вы можете прямо сейчас зайти и проверить их. Правда, нету. А теперь будет рубрика прохождения игр. Я буду брать из блогер... Расскажите про покупочки мои. И как там? Не руби дрова на траве двора, не руби дрова... Чё там? На дворе трава, не руби дрова на траве двора. Ну, по-моему, да. Ага. Будет еще шито от плейлиста. Я уже испугался. Мой лито. Соплите, вот. Не надо видос пилить. Ладно. Что-то я просто вот надо все про вкратце все это сжато говорить. Я постоянно вам разъясняю по полочкам. Может, будет отдельный плейлист прям вот по полочкам будет называться.
Это мой штатив. Самый лучший. Так, я немного вот так вот поставлю, потому что что-то, мне кажется, вы неплохо видите. Еще этот мешается. Ладно. Ага. В 20-м видео кое-что изменит. Я не могу просто так говорить. У меня нос забитый. Окей. Кое-что изменится. Я буду стоять тут, что-то говорить. Еще типа всем здравствуйте с вами. Почему-то. Всем здравствуйте с вами Бир. Или да. Всем здравствуйте с вами Бир. И сегодня мы будем, не знаю, прохождение игр да, снимать. В общем-то я буду брать из убогих игр. Вот. Например, тот же самый Слизарио. Хотя его там даже нет смысла проходить, так что я не буду проходить. Да. А, ну да, вроде нормально все работает. Просто мне казалось, там что-то неладное, там вот и все. Да, ребят, еще я буду снимать Холд, или как Холс. Холс. Это ж конфетка. И у меня есть девочка, я ее люблю очень сильно. И у нее канал называется «Вкусная шоколадка». Сейчас я вам покажу. Так, как мне сесть вот на это вот все. Это мой топский штатив. Да, он самый лучший. Там, я не знаю, у Ивангая то хуже. Так, вот. «Вкусная шоколадка». Просто вот так вот пишите «Вкусная шоколадка». А до 20-го выпуска еще буду оставлять там этот. Ну да, она снимает всякую фигню. Но эта фигня я снимаю. Да почему? Расскажи про покупочку, про капут. Все. Успокоился. 54 просмотра. Ватсон. Где? А вот. Ватсон! Ватсон, 46. Хотя вот такой снимает. Я тоже могу видеть со своим котом снимать. Вот, вот, вот. Видите, да? Видите, да, отдыхает он. Видите, да. Вот. Все, вот так вот оставлю и пускай снимает. Не, он живой, вы не бойтесь. И вот это вот снимает. Ой, получает больше просмотров, чем я. Ну это прям как второй Куки или Лаки, или кто там еще есть. Вот, подпишитесь, пожалуйста, называется она «Вкусная шоколадка». Вот как пишется правильно. «Вкусная шоколадка». 21 подписчик, как так-то? Это и просто. Подпишитесь, пожалуйста, и напишите в комментариях, что вы от Бира. Ну,